Кто лучше, богатый, который расходует, или бедный, который терпит? Здоровый, который благодарит, или больной, который проявляет терпение? Или же, допустим, кто лучше, алим, допустим, который обучает, или муджахид, который воюет? Кто лучше, этот или тот, этот или тот, этот или тот? И начинаются споры среди ученых, эти приводят свои доводы, эти свои доводы приводят. Однако Всевышний Аллах Субхана Таля сказал одно маяте: «Инна акрамакум индаллахи аткакум». Лучший из вас перед Всевышним Аллахом тот, кто больше всех из вас боится Всевышнего Аллаха. Под боязнью подразумевается что? Многие люди не понимают термин богобоязнь. Под богобоязнью подразумевается выполнение его приказов и сторониться его запретов.